Заслуженный артист Украины Игорь Шаврук сменил музыкального руководителя оперного театра Александра Самоилы на должность ведущего дирижера фестиваля «Золотые скрипки Одессы». Самоилы проходит длительный курс лечения за границей. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля Игорь Покровский. Александр Самоилы был ведущим дирижером в течение 2 лет. Александр Григорьевич проходит лечение за рубежом, и он начал это лечение. До начала октября его курс лечения должен был закончиться. Но он позвонил и сказал о том, что ему перенесли этот курс на более поздний срок. И он все равно хотел приехать и дирижировать, но уже лечение началось. Поэтому мы договорились таким образом, что Игорь Леонидович Шаврук берет оркестр в свои руки, фестиваль, заключительный концерт фестиваля, а Александр Григорьевич обязательно приедет в Одессу и уже будем готовиться к следующему фестивалю. Третий международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» проходит со 2 по 7 октября. Завершится он грандиозным гала-концертом под названием «Призрак скрипки в опере». По словам организаторов, в один вечер прозвучат все виртуозные скрипичные фантазии, написанные на темы известных опер. Аналогов такому шоу в мировой практике еще не было. На фестиваль в город приедет более 100 иностранных гостей.